Уважаемые забайкальцы, случилось так, что за последние 3-4 дня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился почти в 3 раза. Наш Роспотребнадзор пока не знает, как это квалифицирует, но по сути это начало третьей волны заболеваемости коронавирусом. Причина того, наверное, мы все поверили в то, что мы его победили и расслабились. Наверное, надо было принимать более жесткие решения по массовым мероприятиям. Тем не менее, имеем то, что имеем. И я всех очень прошу, первое, строго относиться к себе, к своим близким, особенно к старикам, постараться их не заражать, носить маски, соблюдать все меры предосторожности, ну и, конечно, по возможности вакцинироваться. Чем быстрее, тем лучше, чтобы мы опять не остановили наши больницы и не перепрофилировали их в моностационары. Заранее спасибо. С уважением, Королев.